мы покидаем маяк Гершель с Владимиром и отправляемся в путь в город. Пока! Ну вот, мы приехали в город и сейчас подъезжаем к самому любимому месту отдыха владивостокцев и его гостей. Это набережная Спортивная. Это та часть, где находятся всякие кофейни, перекусы, тут же море, и можно отдыхать. Нет. О, смотрите, как сегодня здесь оживленно. Это еще не вечер, это просто погожий день. Смотрите, мы поехали дальше, но здесь смотрим концерт какой-то. Интересно, да? Тоже другая, другие ребята. Да. Какая-то группа здесь. Ну, сейчас я специально проехался. Молодцы ребята, видите как. Потанцуйте, Ирина Диамарова. Я слезу с колеса, не могу. Мира решила поддержать музыкантов. Да, я поеду. Денежкой, давайте. Торговая, здесь раньше были всякие киоски торговые, а сейчас здесь находятся фонтаны. И сюда приходит много музыкантов. Они радуют людей своей музыкой. Вон, видите, туристы сидят и смотрят вдали. А мы приехали сюда, чтобы выпить чего-нибудь холодненького, потому что сегодня очень жарко. Наконец-то дождался свой кофе. Сейчас пойду Иру пою кофе айс с имбирным пряником и с соком. Ира ждет, не дождется. С нашими друзьями рядом. Я знаю уже, куда мы едем. Только каким путем мы туда едем? Сейчас посмотрим. О, там трехколесный байк. Поздно я уже камеру направила. Я хотела заехать сегодня в старый дворик. Вчера там была маркет-выставка, продажа различных изделий ручной работы. Вот, и может быть мы еще туда успеем. Сегодня я знаю, что там тоже это мероприятие проходит. Вчера там было столько людей. Мы пытались продвинуться на своих колесах. Там, в общем, нам приходилось останавливаться. Просто это нереально было проехать. Ну, посмотрим, что сейчас там делается. И покажем вам. Ну что, выключаем музыку. Мы заезжаем в дворик. О, уже людей не столько много. Сейчас мы проедем и посмотрим, что уже здесь такое. Открытки ручной работы. Я ищу нашу девушку, спортсменку Марину. Ира, Марина.
обедать. Вот она. Я говорю, а я ищу нашу спортсменку. Здравствуйте. Даже не только втроем. Вот. Держи, Владимир. Вы такие клевые. Я целенаправленно вообще. Ира там целенаправленно, да. Ира чего-то хочет себе выбрать для удобства. Ой, мне казалось, что она такая большая. Ира что-то там выбирает. Мне надо закрывать лицо. Панама. Знаете, такие классные панамы. Она называется гопники и коалы. Точно! Ты хочешь быть гопницей? Ну, нет. Что-то собрали там. Все прошло счастливо. Все, до вторника. До вторника, да, я буду. Ага, поехали. Я вообще сюда заезжать боюсь, тут все такое красивое. Ну, поехали на выезд и дальше по нашим улочкам. Закончилась наша эпопея покупков на старом дворике. Ира довольна. Теперь на поясная сумка на ней. Телефон не надо будет убирать в рюкзачок. Музыка JBL постоянно будет играть в удовольствие. А мы сейчас, вот впереди виден Золотой мост, а мы сейчас направляемся в сторону набережной Цесаревича. Заехали в приятное место, которое мы уже много раз проезжали и показывали вам. Сейчас будет небольшой храм. Очень приятное место для прогулок, особенно в такой жаркий, почти летний день. Здесь вот так красиво. Видишь, там сзади катается? Мы въезжаем на набережную Цесаревича. В общем, все пути начинаются с Покровского парка и заканчиваются или продолжаются на набережной Цесаревича. Тут вот какие у нас роллеры. Блин, на роликах вообще сложно. Я вот не могу на них стоять, несмотря на то, что я катаюсь на коньках, но ролики для меня. Здесь у нас разные роллер-школы проводят занятия. Фристайл. Смотрите. Видишь, как круто. Направляемся дальше. О, сегодня здесь на танцплощадке дети. Сегодня дети, да? Детская программа. Детская сегодня программа, да. Специально остановились. Сейчас, видно, еще разминаются. Ну вот сейчас на набережной. Ирина что-то там вытворяет на правой ноге. Да просто так. Ну, то же самое. Может делать и на левой. Вот ребята там танцуют. Там дети танцуют. Я тут просто на одной ноге катаюсь. В общем, настроение здесь всегда прекрасное. Особенно в такую погоду замечательно. Когда почти 30 градусов тепла. Почти 30, да. О, и кстати, сегодня мой шлем выдержал такую жару. Вернее, и я в нем выдержала. Прекрасно. Когда ветерок, он очень хорошо продувается и на скорости тоже. В принципе, вот, 30 градусов пройдено. Девчонки танцуют. Молодцы вообще. Но самое, что здорово, это руководители. Ребята взрослые, которые объединяют, особенно молодежь.
красивая попа у тебя. Иди. Выехали на площадочку здесь на набережной Цесаревича. Вера решила что-то поделать, покрутиться. Но сегодня народу не так уж много. Здесь обычно скейтбордистов, на роликах. Вот ребята там прямо. Малолетние совсем. Я за Ирой не могу угнаться, она на одной ноге, а я там какие-то кренделя верчу возле нее, пытаясь то справа, то слева заехать. А Иру прет, девочка, прет меня, да? На одной ножке назад поехала. Наслаждаешься ездой, да? Да. Ну, на таком аппарате чего ж мне наслаждаться-то? А я все завидую, завидки меня берут. Я всего на В3. А здесь SX 1600. Были на набережной Цесаревича, сейчас выезжаем на Светланскую. В сторону Луговой сейчас поедем. Подъезжаем к остановке Дальзавод. Это раньше было такое мощнейшее предприятие, сейчас, конечно, уже времена прошли не то. Ира там куражится впереди. Ветер. Я и моя тень называется. Какая красивая тень. Сейчас мы подъехали к площади Луговая, остановка Луговая. Здесь такой развязочный перевалочный пункт. И в сторону Баляева. Вот Светланская закончилась. В сторону города обратно. И в сторону Чуркина дорога. И в сторону Тихой. Но на Тихую мы сегодня не поедем. Мы свернем обратно, кружок сделаем. И поедем на набережную, еще раз съездим. Вот сейчас объехали через спортивную улицу. И возвращаемся обратно на Луговую. Уже с другой стороны мы заедем вот сюда и решили охладиться, взять по мороженому. На пути в город тебя куда-то не туда, да? Ну пошли. Пошли.
Заходим. У меня есть ручка заветная. Да. Входим. Ну и вот здесь вот остановимся. Ну вот, наша вроде бы готова. Нам 200, потом 240-й. Ну что-то я не вижу. Двести сороковой, да? Да, а можно мне вот так вот, вот и вот так. Спасибо большое. Сейчас пойду Иру подкармлю такой вкусняшкой. Глазури. 243. Ну вот, с мороженым мы разобрались. Да, разобрались. Вот у нас я взял еще, вот нас сейчас вызывают. И я взял чизбургеры с копченостями. Сейчас поедем на... Можно пройти? Да, конечно. Сейчас поедем на море, сядем. И сегодня, хотя на той же набережной, очень много вкусняшек. Так, да, это наши. Мы забираем их и поехали к морю. Ну что, сегодня без лапши, а именно американскую. Будем поедать углеводы. Ну, я думаю, нам не грозит ничего, потому что на колесах уже больше 3 часов, и еще, наверное, минимум 2 часа будут у нас. Все, поехали? Поехали. Ну вот мы с Ирой опять добрались до берега моря. Сегодня тихо, спокойно, очень жарко. Ветер только тогда, когда едешь, скорость там 35. Ну вот, наши пони пока полежат или постоят. Ира, что нам нужно сделать сейчас? Нам нужно подкрепиться. Нам нужно подкрепиться, потому что больше 4 часов мы на колесах, на своих. Ну, сейчас смотрите, какое вот солнце заходит. Мы сейчас вкусными чизбургерами с копченостями, да? Да. Перекусим. Ну, еще у нас минимум 1.5 часа светлого времени. Но нас это не пугает, не пугает, потому что батареи. У нас есть мощнейшие фонари, запас батареи, поэтому мы хоть до утра. Да. Ну что, приступаем? Угу. Вот и дальше поехали. Проезжаем. Блять. Приходится лавировать потихонечку. Между прохожими, отдыхающими, гуляющими. Сегодня воскресенье, уже 7 часов. Я думаю, к 9, к 10 здесь вообще все заполнено будет. Ну это же китайские друзья, они же у нас выдумщики. Вот какой закат здесь. Ира впереди лавирует между людьми. Я сзади стараюсь не отставать. У нас музыканты здесь.